Со следующей недели в Чувашавтотрансе ведут конкурсное производство. Такое решение приняли кредиторы. К этой процедуре приступают, когда предприятие признано банкротом. С 5 июля перевозчик прекратил работу в ряде городов и районов. Временная замена уже найдена, сообщают в республиканском Минтрансе. Отменены рейсы в Канаше, Шумерле, Алатыре, Козловке, Новочебоксарске, Красночитайском и Козловском районах. Скоро к этому списку присоединятся и Чебоксары. В столичной администрации сегодня завершился прием заявок на временные перевозки по 16 маршрутам. Единственный вопрос остается открытым по передаче в аренду подвижного состава временным перевозчикам, поскольку альтернативные перевозчики не обладают таким количеством автобусов среднего класса. Сейчас данный вопрос с Минюстом прорабатываем. Я думаю, до 16 июля заместим по всем маршрутам новыми перевозчиками. Отметим, что по межмуниципальным маршрутам предприятие перевозки пока продолжает. О том, что Чувашавтотранс терпит убытки и имеет большие долги, известно давно. Вы знали, где что должно происходить. Вы, соответственно, бездействовали и теперь констатируете просто факт. Если транспорт должны были передать тем перевозчикам, которых не хватает транспорта, должны были это передать, какие тут вопросы? Пассажир должен ездить, понимаете, нет? Пассажиры не останутся без автобуса. Михаил Игнатьев поручил Минтрансу и Минимущества максимально ускорить процедуру передачи в аренду подвижного состава временным перевозчикам. Татьяна Леонтьев, Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.